Привет, дорогие друзья, с вами я, Дима Бан, и в этом видео я вам покажу влог про санаторий. Я в нем поехал с бабушкой и с дедушкой, так уж если будут фейлы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Поехали! А теперь рум-тур. Поехали. Тут находится коридор. Лежат ботинки и куртки. А тут гостиная, где тоже тапки. И такой шкафчик, ну тумбочка, где лежат всякие вещи. И так далее. Тут у нас окно такое большое. Столик такой и диван. Да, и там пульт с телевизором, конечно же. Тут у нас находятся часы. Дверь и... Ну, как же без двери? Потом переходим в спальню. Тут у нас два таких кресла и цветок. Да, тут у нас шкаф. И там два столика стоит. Вот они, два столика эти, бутылка воды. И такая большая кровать. Тут
Ой, не шкаф, а стол, зеркало и, собственно, такое. Ну, а здесь у нас ванная комната с раковиной, шкафом над раковиной, с такой кабинкой душевой. Кстати, она крутая. И там туалет, туалетная бумага, как же без нее. И вот она, кабинка, очень крутая. Ну, ребята, в общем-то, на этом все. Если вам понравилась первая часть влога, то ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, побольше подписчиков вам желаю. Всем удачи, всем пока.